Здравствуйте, товарищи! На марше бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун» с различными боевыми модулями дистанционного управления, которые позволяют решать служебно-боевые задачи в любых сложных условиях, обстановке и местности. Проходит колонна боевых машин пехоты БМП-2М и БМП-3, оснащенные комплексом динамической защиты, позволяющим многократно повысить возможности по сохранению личного состава на поле боя. Вот так вот бывает, когда приходишь на украинскую землю. По Красной площади проходит колонна основных боевых танков Т-72Б3 первого гвардейского Чертковского танкового полка. Командует парадным расчетом капитан Ренат Трафик. В небе пятерка вертолетов К-52 «Аллигатор». ВВС России. Пилотажная группа «Беркуты». На вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник». Вот и, блин. Следующий строй представлен четверкой модернизированных фронтовых бомбардировщиков Су-24М. Ведущий группой подполковник Герман Анахов.